Не помню, когда мы начинали чемпионат у себя на своем поле. Администрация действительно помогает всячески, и морально, и материально. Молодыми период поиграть, Васильевич, потом пусть Даня выходит, ладно? Это не Матагов, это не один, а команда, понятно? Сезон. Много времени они проводят в автобусе на колесах. Ты сидишь целый день, тебя в автобусе там болтает туда-сюда. Напрягает он, конечно. Я просто не могла не заметить, что ты с нами никогда не ел. Ну, просто интересно, что ты ел. Ну что, погнали бы. Погнали. Я председатель комиссии Всероссийской коллегии судей. Нормальные люди между мотоциклом бегать не будут. Хожу, говорит, по полю, вот собираю болтики, шайбочки. Глядишь, на мотоцикл там собираешь. Мотоцикл не знаю, но на металлолом можно. Прибавка. Судейство – это хобби. Судья – это в поле, который двигается, а не стоит на месте. По большому счету, это концерт, театр. Это все для болельщиков, все для них сделано. Почему чемпионат, финал чемпионата России в прошлом году судил Видно Минаев? Это моя болезнь, скажем так. Я не могу бросить мотобол никак. Подойду, чтобы сразу. Нет, туда, вот за флаг, вот где гербы, да? Вот как герба. И стояли, да. Да, подкатывайте. Прямо напротив герба. Руль в руль. Казалось бы, совсем недавно закончился чемпионат 21 года. Мы сегодня открываем чемпионат России по мотоболу 2022. И витовский металлург снова на поле, чтобы доказать и подтвердить звание самых лучших в этом деле. Опять ты за мной следишь? Не помню, когда мы начинали чемпионат у себя на своем поле, не помню, честно. Это сложилось так, что, знаешь, Кубок России в Коврове, чтобы командам Краснодарского, Ставропольского края не ездить туда и потом еще раз приехать. Поэтому мы решили, пошли им навстречу, и чтобы они сыграли у нас и в Коврове, а потом остались на Кубок России. С открытием нового спортивного сезона, с чемпионатом России по мотоболу. Приятно то, что зрители пришли. Это самое приятное из этой всей ситуации. А администрация действительно, ну, помогает всячески, и морально, и материально. Потом пусть Даня выходит, ладно? Ты? Сколько? У меня пас. Да, вы на пас. Понятно? В другие места не становитесь. Центр поля переходим. Во вратаря. Поехали.
сделал. Максимально сконцентрированный. А я ставлю стенку, вы красивый переход, красивые пасы. Забивать цели нет. Только с паса давать. Больше забивать не нужно. Ну а что делать? Мы говорим не про тебя. Это не мотокросс, это не один. А команда, понятно? Поэтому все слушают. И задним колесом так мяч. Хлопы. Задним колесом можно. Такой. Через себя падение. Жизнь в движении не только потому, что ребята спортсмены. В сезон много времени они проводят в автобусе на колесах. Вот, например, сегодня мы приехали в город Ковров, чтобы принять участие в Кубке России по мотоболу. Он пройдет с 1 по 7 мая. Ты сидишь целый день, тебя в автобусе там болтает туда-сюда. И мы как бы приезжаем сюда за день и отдыхаем. То поспим, посидим, пойдем покушаем. Бывает штурманом, подрабатываю. Значит, точно в том же месте. Напрягает он, конечно. Ну, когда мы приезжаем, мы в отель сразу отдыхаем там, кушаем. Я просто не могла не заметить, что ты с нами никогда не ел. Ну, просто интересно, что ты ел? Если честно, я не очень люблю питаться на выездах, в столовых, кафе и прочих местах. Ну, я привык точно знать, что я ем. Автобус тоже иногда карты надо играть. Вот, там кушаем тоже. На обед. Деньги? А, да нет, так на интерес играем. Ну, у меня вот уже 27 лет судейской деятельности, 95 года. Я председатель комиссии Всероссийской коллегии судей, поэтому я делаю назначения, и я являюсь главным судьей. Нормальные люди между мотоциклами бегать не будут. То есть это надо какую-то решительность иметь. И доли секунды надо же эти показывать как бы движение руками, то есть все нарушения. То есть ты должен постоянно быть в игре. Ну, это далеко не каждому дано. Судейство – это хобби. То есть это не основная работа. Судья может быть и водителем, и стоматологом, и кем, и сантехником, ну, неважно. Но, естественно, ты должен какие-то проходить курсы, категории подтверждать. Я понял, что мотоболом я все равно не завяжу, но играть уже не смогу полноценно, потому что, ну, доказывать себя. И перешел в 2001 года, я уже судейский. Хожу, говорит, по полю, вот собираю болтики, шайбочки. Глядишь на мотоцикл, ты собираешь. Мотоцикл не знаю, но
Ну, металлолом можно сдавать. Прибавка. Александр, я сегодня за тормоза за него уже вытянул за поле. Потеряли. Вообще, судья должен, конечно, следить за полем, потому что, чтобы не было посторонних предметов, это, безопасность. Безопасность, потому что даже и для нас это безопасность. Он газанул, этот болт вылетает и попадает в нас. У нас нет ничего, мы не защищены. Как нам передвигаться, если мы будем защищены? Вот сами подумайте. Вот если я одену те же щитки, мотоботы, защиту, и что из меня? Я буду на месте стоять, как матрешка без движения. Судья – это в поле, который двигается, а не стоит на месте. Почему у нас двое-трое судей? Он находится на поле. Игроки – очень большая скорость и перемещение. И что для того, чтобы увидеть, надо двигаться по полю. Несутся на тебя, были случаи, не надо суетиться, бегать в разные стороны. Остановись на месте, тебя игрок увидит, он тебя лучше объедет, чем ты будешь прыгать вправо-влево и попадешь на переднее колесо, там и травмы были у судей многие. Когда центр они переходят и коридор все делают. Ну, надо судить, потому что и грубость, они же... И отмашка вот этих локтев обязательно, удаление, сразу отдыхать. Не, надо пресекать это все, иначе потом... Игра расклеится, По регламенту мы, местные судьи, не имеем права судить свои же команды. Почему финал чемпионата России в прошлом году судил Видно Минаев? Потому что Минаев считается главным судьей всех соревнований. И главный судья назначает судей непосредственно, это его обязанности. И главный судья имеет право судить любую команду. По большому счету это концерт, театр. Это все для болельщиков, все для них сделано. Это шоу. Это моя болезнь, скажем так. Я не могу бросить мотобол никак вообще. Удивительное сочетание техники, искусства владения своим телом. Что, новый возьмем мяч? Зачем? Давай тем, с которым играли. Когда Толик выезжает, ты за ним. Вообще супер. Все борются, все хотят выиграть. У нас игры каждый день были. Даже не расслабиться, ничего. Право. Марк, ты не дрожи, центр переходи. Раз, у тебя чуть вылетел, мы прикроем. Мяч возьми. Спокойно, на свободную зону уедет, мы тебя прикроем. Гусев падает, Гусев, член сборной команды страны, упал. А Сережа его крошка, его переехал. А что Сереже оставалось делать? Значит, Гусева переезжает, это нормально. А что Сереже оставалось делать? Только переезжать. Знаешь, Зол, потому что Кроха твою левую ногу держал. Подожди, у тебя мяч. Мы едем все толпой на 16-метровую. Зачем? Красивый счет расставил все точки над «и».